мы часто манипулируем себе во вред, совершенно не понимая цели своей этой манипуляции. И вот эта история, при которой мы, сами того не понимая, пытаемся вот невербально или как бы косвенно или метафорически сообщить другим людям, близким нашим, как мы ими недовольны. Или как мы расстроены из-за того, что они там что-то там не так, не то пятое, десятое. И все это бьет мимо цели, это не улучшает ситуацию. Нам кажется, что мы движимы праведным гневом, праведным недовольством или какой-то праведной справедливостью своей, а на самом деле просто тыкаем иголки, и дальше эта кукла Вуду придет с вами разбираться. Вот, поэтому, если вы находитесь в отношениях, думайте всегда о близком человеке хорошее. Думайте всегда о нем лучше, может быть, даже, чем он есть на самом деле. И он будет хотеть соответствовать этому. Думайте про него плохое, он вам потом сделает козябру. Вот такие дела.